Говорят, глаза – это зеркало души. И не только у людей. Заглянув в глаза кошки бурманской породы, можно многое узнать об ее настроении. У них цвет глаз меняется от освещения и от настроения. Это уже как бы по личному опыту, многие заводчики говорят. То есть вообще в правилах для судей написано, что смотреть цвет глаз бурм надо на солнечный свет, подойдя к окну. Ну, самый лучший свет считается, вот, чтобы посмотреть в глаза у бурмы, это свет, отраженный от снега. То есть как бы именно у окна. Ну, естественно, создать как бы такие условия довольно тяжело. Вот. Но вот на лучше всего видно именно какой цвет глаз, это, конечно, когда падает свет именно солнечный. Однако для того, чтобы точно понять, в каком настроении пребывает бурма, не нужно каждый раз заглядывать ей в глаза. Кошка сама даст понять, в каком расположении духа она находится.